Господи Боже наш, слава Тебе! Милосердный Создатель, Ты сотворил этот мир, и как многое покорил под ноги человека, да Бог был хозяином. Благослови нас совершить это дело. Умудри, наставь, и пошли нам рыбу, как апостолам. Тебе слава за все во веки. Аминь. Аминь. Вот тут, смотрите, у нас на лодке это проверяют сети. Не вот, это отдельное, когда надо в воду раздеваться. Решили сделать так. Вот вчера я посмотрел, ну погода-то другая совсем. Рыба везде играет. Я подумал, если вот так вот захватить неводом, а потом его развернуть и до берега. А здесь закрепить его. Здесь закрепить. Вот мы его закрепили. Вон ломик пробили, отверстие. Вон оно, посмотри. Вот пробили сюда. Это мертвое. Это вместо человека ломик пробили. Теперь за него зацепили. Сергей Павлович говорит, надо закрепить, чтобы не вырвало. Ломик там и то, что обычно на берегу тянут, закрепили. Растянули невод. Сейчас давай лодку сюда. Лодку. Ты садишься один. Второго нет. Неправильно это, но по-другому никак нельзя. Здесь должен второй человек тянуть. Вот ты сейчас сядешь и поплывешь. И за собой потащишь вот эту вот. Как тебе ее держать? Ну как-то за ногу или как зацепи. Ну привязать ее вот к этой вот веревке-то. И все, я поплыву. Ну давай, давай, давай. Бери, а там опустишь ее. Больше привязать-то не за что, да? Ну вот как ее. А зачем привязать-то? Давай так вот прямо ею, да? Ну давай, привяжем. Мы не знаем, как это сделать. Надо еще три человека, чтобы даже в холодную погоду сети и бредень могли работать. Вот я как раз это и хочу показать. Можно работать. Но блажен, кто верует. Людей нету. На сегодняшний день мы никого не позвали. Давай. Так. Нет, вот в середину. Просто мы за середину его прицепим. Ты можешь его потом отцепить, а можешь и не цеплять. Я принимаю все ваши советы. А почему? Потому что это новинка. У меня опыта здесь никакого нету. Сергей не спорит. Твердо держит своего слова. Так что, я думаю, рукавички тебе снять придется, иначе они тебе вот мешать будут. Погода позволяет. Теперь ты вот так, если плывешь, то натягивай сколько можешь. На полную. То есть, как натягивает? Она вот натянется здесь. Мы сейчас будем ее стравливать тебе. Тебе по воде она пройдет легко. И там, когда ты ее будешь держать, надо опять же двое. Один, чтобы держал прямо ее, а я веревкой, вот эта длинная-то, там тебя потащу к берегу. Веревка длинная-длинная поставлена. Она должна быть намного длиннее всего невода. Не 20, а метров 40. Ну она у вас есть 40? Здесь, да? Здесь. Все есть. Вы у только... нас все есть, кроме трех человек. Ну давай. А Господь. Вы вот... это перчатки только оденьте, когда будете. Конечно. У меня в кармане они. Так, потихоньку, не прыгай только, потихоньку. Так, ты сейчас потянешь ее вот так вот вперед, а ты будешь стравливать это потихоньку и мотню расправишь, а я пока буду здесь тот край готовить. Бери палку, опускай ему, чтобы у него натяжки никакой не было, трение только об воду. Дело необычное, я ни в интернете нигде не мог этого найти. Так, подтягивай. Не спеши туда класть, чтобы в натяжку шло. Иначе она гайка за гайку зацепится и все свернет. Веревку. Ты воду только протягивай. Веревку, веревку. Давай. Тут свободно тоже, я вот беру и эту веревку стравливаю.
Видишь? Сергей, подожди. Я советую тебе сесть сюда поближе, оба весла в клюзы затолкать. И двумя веслами будешь потихоньку. Повернись, куда тебе надо. Сделай вторую подушку. Вот, вторую подушку подложи под себя. Сюда, повыше. А теперь в клюзы весла поставь, не урони их только. Ты совершенно не касаешься вот этого вот. Будешь касаться весла, вытянешь, и мы тебя потянем. Все, пошел. Двумя веслами у тебя ловчее пойдет. Подальше сядь, а то они тебя сбивают. Ничего, не торопись. Вторая, одна на одну садись, не опрокинься. Так, туда, в ту сторону, куда ты хотел плыть, вон туда. О, поплыло. Володя, помаленьку стравливай. И когда идет до мотни, мотню отдельно Володя затянет по берегу. Так, давай. А эта веревка, я тебя потяну потом к берегу. Вот она, у меня веревка в руках. Вот тяну. Это которая у нас была. От берега уходи подальше туда. Отплывай. Вон на те, на тот берег. На это. Сережа, греби на середину, туда уже не надо вдоль берега, там еще нету. Так, посмотри, где у тебя мотня пойдет. Мотня-то где у тебя? Ты опустил уже, нет? Вот она. Растягивай ее туда, в ту сторону. Туда плыви, маленько наискосок. Сережа, туда, туда, дальше, вон туда, во. Мотню растягиваю на ту сторону. Вот так. Хорошо растяни, чтобы она не закрутилась. В воду не заходи. А это вот, которая петля тащили. Теперь к ней я привязал длинную палку. Так, это... Сергею помогай. Это, спусти на воду дальше. Все. Тяни. Он сразу сдвинулся с места. Вот эта веревка, я говорил, не мочить ее, но на плечо надевали. А тут можно. Что, не идет? А там бы было двое, то они бы двое-то быстрее. Все, 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 все. Сейчас только она на воде. Здесь не держит нигде. Угребай, она идет. Отпускай ее. Так. Отходи дальше. Она мотня еще лежит здесь, вот она, около берега. Видишь, как вот. Давай, давай. Давай, вот я тебя тут держу, веревочку бельевая. Нормально у нее получилось? А, Володя, не закручено? Не знаю. Ну все, тащи, тащи. Вдоль. Все, не идет? Не идет. Мотня она держит. Да, да. Помаленьку движется, движется. Или на месте стою уже полчаса. Ну, сейчас тебя обратно оттягивают. Пока ты гребешь, она плывет. Ну еще сделаешь-то. Она легла на землю там. Надо было все-таки... Вот так вот как-то расшевеливая ее. Во-во-во.
гоночки надо. Вот почему я хотел взять шест, об землю упираться-то. А здесь об воду. Мотня еще все время здесь. Давай. Нам это не помешает, сеть рядом стоит, вот она. Помаленьку движется, Сережа. Все, мотня пошла. Главное, натяни только ее, а дальше она пойдет. Да, перекручена. А, все, перевернул ее? Да. Перекручена она. Чего я боялся? Теперь вытащить надо кол и перевернуть ее. Положи ее, как она должна быть. Вы ее разворачивали, я вам поверил. Ну, проверь еще раз. Так, теперь верхний убери, верхний кол, кол это. Вы зацепку верхнюю убери, она внизу оказалась. Ага. Нормально. Зацепили. Теперь нормально? Да. Втыкай двумя руками. Ну все, Володя, не уйдет. Отпускай его. Здесь-то сеть у нас натянута. туда бери, туда бери, дальше, в ту сторону. Не к сети, а дальше. Во-во-во-во, туда поворачивай. Ты сильно сюда зашел. Поплыла мотня за тобою, поплыла. Она где-то, может, там за дно зацепила или еще. Плывешь, плывешь, нормально. Давай. Сеть идет. Вот я тут рукой стравливаю. Давай, 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 дальше. Сегодня у тебя хорошая это, разминка. А потом только руководить палкой это будешь, который не вот привязанный. Я потащу. Ну давай, немножко осталось. Еще метра три, все. Бери левее, ты ударишь сеть. Обходи ее сеть. Вот так. Ну видишь, вот не хватает человека. В лодке. Он бы руками дернул сейчас и. Все! Все! Держись там теперь. Теперь можешь там разворачиваться как надо. Так, Володя, иди сюда. На. Тут мы что-то сделали, уменьшили маленько. Вот. Теперь я пошел по берегу. Подождите, я эту-то возьму сейчас. Быстрее хватает, он сейчас утянет ее. Вот эта веревочка сейчас пригодилась. Вот ты завязал. Вот это. Быстрее. Там потом подгребать маленько, чтобы она к берегу не шла. Не, далеко. Уже, далеко отплыл уже. Далеко от берега. Ты к берегу напрасно. Ты зачем же сюда? Да меня несет сюда. Я что сделаю-то? Ты туда опять на место. Ты уплывай, где был. А ты... это бросай. Подталкивать. Ты развернул ее сейчас. Плыви в этом направлении к тому берегу. Эту бросать? Да или нет? Но он тебя не слышит. Еще плыви, отпусти ее и заново поплыви. В этом есть смысл, а то ты уже к берегу стоишь.
перчатки одевайте. Нет, там... Потом выключишь, когда к берегу подтянем. И вдоль берега я буду тянуть, а ты ее держать только будешь. Где тут? Вверх, где низ-то? Не вижу ничего. Я сам себя поймал. Так ты обведи вокруг за этой лодки-то, сзади-то обведи. Вот что делается. Теперь я вот ее тащу. Пока подождите, Игнат Иванович. Он попался вон. Он то ли не видит, то ли все, непонятно. Ловили рыбу, а поймали рака. Держись там. Да, плохо, что ты здесь внутри сейчас сидишь. Под ногами веревка путается тут. А вот если бы здесь был человек, он бы шел сейчас с этим. Так, подожди. Володя, ты мне сейчас отдашь. Сейчас мне надо туда отгребсти. Да, 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 да. Сейчас, сейчас, подожди, он подойдет ближе. Пережимай. А мотня вон где. Давайте я туда-то выплыву. Она тебя держит, веревка. Потому что тебя это. Я туда переплыву сейчас. Туда тебе надо переплывать. Прямо через поплывки надо. Иди, принимай вот эту палку. Сейчас он возьмет камень. Так, уходи в сторонку. Уходи, Володя. Ты держи ее так. Вместе с карасями тебя поймаем. Да я давайте выплыву-то. Ему надо выплыть оттуда-то. Мы же не вытащим сейчас сеть-то. Как мы вместе с лодкой вытащим-то? Ему... Сейчас что нужно делать? Ему отсюда надо выплыть. Ну вон туда пусть подплывает, я его вытащу. Мне надо веревку сейчас эту отвязать. Веревку отвязывай. Отвязать нужно. Она там петелька и возле лук. В общем, смысл понятен. Если бы тут был человек, он бы шел по воде хотя бы по колено. А там был бы шест. И мы бы вышли прямо на насыпь. Угу. И там такой пологий берег и все. Это резиновые сапоги только взять. А можно и без сапог это держать. Сеть будет короче, правда. Ну никак по-другому нельзя. Все, переплывай туда, тебя вытащим. Вылазь. Вот здесь плыви, в это, внутри невода. Посмотри, она зацепилась. Зацепилась у тебя. Оторви ее, она зацепилась за что-то, сеть. Ну, рыба теперь там забила все у нас. Вот этот, вот этот
И он сейчас сильно мешает туда и сюда. Тоже не подумали. Давайте я сейчас оглушу, она сейчас... Не надо, не надо глушить. Нет, там может ничего и не быть, потому что мы орали, ходили, толкнули. Попытка была сделана. Смысл понятен. А когда вы были трое, сейчас бы через это вот переплыли туда, а здесь мы сами расправились. Трех человек не хватает. Я бы оттуда не отошел. Мы бы... А сейчас она рыба-то вся уже вышла. Давай. Держи. Держи ее. Ну вот сюда вот. Вытаскивай. Так. Ну теперь с той стороны надо забрать, тащить. Я помогать буду. Дальше, дальше, брат, ее. Заломик утащи. Ну ладно, положи здесь, она не очень-то мешает нам. А где второе весло? Отрезать их вот эти. Я с собой же. Иди, режь. Это не дают нам. Кабанчика. Вот эти вот кактусы обрежь. Подрежь их под самую землю. Татарник или кто он там? О, какая она плотная. Не отрежешь. Здесь я твой нож как то раз. То ли она крепкая, то ли ножик тупой. Тут ты. Она красивая такая, ой, колючая, ой. А что она вот по берегу пронесем, она ничего не помешает. Не получается, да? Топором надо рубить. Вон она где. Ну давай. Через кусты перекидывай. Да, выкидывай. Не получилось даже убрать. А, там мы убрали. И теперь давай. По берегу. Держи, чтобы она по берегу шла. Тебе не обязательно в воду лезть. Вот, смысл понятен. Если бы мы ее протянули там, и так вытащили, то было бы что-то. Так вы отцепите веревку-то, она уже сейчас не... Давай, вы сразу отстегнем. Вот здесь вот развяжи узел и петля. Это убрать веревочку. Можешь хоть один, да гальян попался. Хоть бы один. Попался, нет? Я говорю, может хоть один попадется. Вот, все у нас пошло не так, но смысл понятен. Да, смысл. Берег очистить от этих высоких, отрубить их топором. И вот на таком расстоянии один бы шел, это держал. Веревка, да я ее не использовал всю. И мы до туда дошли спокойно. И вот так вот взять, наискосок. Если какая-то рыба, чтобы она стукнулась об эту. Так, убери оттуда. Так, забирай здесь. Конец вот тяни. Тот конец. Тот конец, вот этот бери. Вот. Подтягивай больше. Ну, по крайней мере, мотив вымыли хорошо. Вот. Смотри, отложки идут. Все надо как-то. Тот брать и тащить одновременно. Вон плещется, плещется, карась плещется. Караси попались. Да это уж совсем никакие они караси. Какая им нужна была лестница? Мы тут просто так по берегу шли. Да четыре карася. Вообще. Все. Так, вытаскивай вон тут, все, бросай. Там еще плещется, вон гальяны плещется. Сейчас, надо быстрее поднять. Вот. То есть, если бы были люди и один хотя бы в сапогах, то в любую погоду можем так ловить. Так мы прошли бы куда? Вытаскивай ее.
Вытаскивай и подрезай. Подрезай. Низ, чтобы сразу шел. У вас сейчас вылезется она. Вот берег не готов. Карась ушел, карась, карась. Скорее, скорее, Володь, скорее, бери, бери, карась, скорее. Гальянчик. Да, да, даже маленького гальяна не думал поймать. А это не гальяны же, это какие-то как килька какая-то. Килька серебристая. А мы в одном месте, ну смысл понятен. А мы? Тут. А мотня-то где? Что, мотня ничего нету? Мотня, мотня вот она. Вот мотня-то и попала. На мотню-то и попали караси. Вон они. Вот она, мотня. Глянь. Гляди. Отсюда вывод какой, если нормально бы было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть карасей. Ну тоже что? А? Тоже неплохо. Да вообще ни одного бы не попало неплохо. Вон они. Ну что? Которого сейчас я выкинул, поймал. Я тут буду носить, а вы езжайте на лодке. Проверяйте сети. Вот он лежит отдельно. Эх, около берега-то говорит. Это Николай Польгуев мне подсказал. Там не 4, вон еще дальше 5. Выходит, что 6? 6. Ну 6 это неплохо. Да еще кильки-то сколько, глянь. Да, она пускай плывет. Это я сейчас возьму ее кошкам. Так, не надо это, я все сделаю сам. Поезжайте, проверяйте. Все сделаю сам. Ничего не трогать. Лодку берите. Ну все, я выключаю или что? А? Выключаю? Да, конечно. Поезжайте. Сейчас буду ломик вытаскивать, я тут один остался. Идите с Богом. Смотри на ломик, ты чуть не насадил. Ну вот и все. С Богом. Проверка сделана. Я нигде этого не видел, а вчера все размышлял и размышлял. Как же сделать-то, когда вода холодная? Ну, резиновые сапожки надеть такие, как охотничьи, можно. Вот здесь по берегу, чтобы идти.